have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки, и мы с вами остановились на том, что сейчас, наверное, пойдем подкладывать жуков Донгу. И также мы с вами в прошлой серии выяснили, что, видимо, с работы-то надо пораньше уходить. Не на заводе все-таки работаем, потому что у нас, оказывается, куча дел и куча квестов, которые за пределами. Так, мне вдруг теперь стало интересно, а жуков у меня не заберут? Настойка, простонародный алкоголь и сахар от дрожжей, жуки, микросхема. Необходимый элемент для запуска взрывного устройства. Блин, я забыл про микросхему, чертову. Новое завтра. Да, микросхему мне пропустили, хорошо. Я тогда сейчас по-быренькому напомню себе задание. Шпионские игры, получить камеру. 10 тысяч. А, ну это не будет, не просто пленка вечеринку Фергюсона, понятно. Новое завтра. Передать курьеру детонатор и код. 2500, между прочим, без выходных. Отправляйтесь домой к напарнику. Пир на весь мир. Найти дешевую еду. Сделка с Ямом. Нужно найти способ принести стимулятор вместе. Да-да-да, между булок. Воспользуйтесь тем, что Донг боится насекомых. Погоди, чувак. Это камера. Мне полагается камера. Дай сюда. Получить камеру наблюдения, да? Могу получить камеру наблюдения? Напишите запрос в отдел безопасности. Вам выдадут. Отдел безопасности. Я понял. 1000, чтобы просто уговорить. Я понял. Хорошо. До свидания. 1000 мне нет и близко. То есть, блин. Я очень сильно потратился. 1000 у меня, конечно, была, но за 1000 я купил сейф. А где я тебе еду-то найду? Еду дешевую. А, можно с этой, с торговкой нашей поговорить, пирожками. Кстати, а чё бы нет? Неплохая идея. Подслушаем. Давайте, 10 минут. Никогда не ходи по офису с пустыми руками. Возьми с собой папку, бумажки, неважно, что именно. Зачем? Кто без бумаг, того штрафуют. Какая интересная информация. Торговый автомат. Черт с собой. Давай хотя бы заглянем туда, мы ни разу не смотрели в него. Закуски для Фергюсона. Оставить отзыв. Оставить жалобу. Погодите, это все будет... автомат у нас мешает нашей торговке с пирожками, да? Жалобу... Нет, назад, погоди. Слава вождю. Да, я потратил 15 минут, но мы понимаем, что мы теперь можем здесь взять хавчик для Фергюсона. Нам осталось камеру добыть. Ну, потому что он будет пьяный в дроботан, и это... Так, давай с тобой насчет еды поговорю. Закуску. Здравствуйте, Сирена. А есть какие-нибудь закуски? А зачем? Я не закусываю. Я имел в виду на продажу. Мы скорее хотим устроить небольшую вечеринку. Это всегда пожалуйста. Есть бутерброды с красной рыбой, с колбасой и с сыром. Тебе каких? А чё за рыба? Красная рыба, её же не достать. Ну, как красная? Обычная селедка. На ночь заморозили в свекольном соку. Колбаса? Колбаса сегодняшняя? А тебе больше скажу, она еще и завтрашняя. Да. Сыр? А что за сыр? Понимаешь, что вряд ли... Ну, вдруг есть сыр...
горгонзола. Ну что за чудо-юд такое? Тупокородный сыр с плесенью очень ценится у гурманов. Бублик мой, не только сыр. У меня в подвале картошка горгонзола, свекла горгонзола, соленья почти все, половина пирожков и вся колбаса тоже горгонзола. Гурманы твои с ума сойдут от восторга, гарантирую. Предложить сделку. Слышали новость? Министерство тут торгует наркотиками. Вот молодец какой, я сама хотел заняться. Да не разбираюсь я в этом ни черта. Хотели бы разобраться? Ой, не скушай меня, только с ополаскивателем для рта завязала. Но у меня есть идея, которая вам понравится. Говори. Мне нужно пронести кое-что мимо охраны. Вы мне поможете? Я вам... Так вот, кто у нас такой шустрый. Не успел появиться, уже дело мутишь. Далеко пойдешь. С ними поможете? Возможно. Ну так как? Пройти мимо охраны дело не хитрое. Но тут такое дело, на одних пончиках далеко не видишь. В таком автомате продаются батончики и портят мне весь бизнес. Ну вот он сломался, так что починить нельзя было. Намек понял? Сломать автомат. Согласиться. Более чем. Посмотри, что могу сделать. Вот и замечательно. Единственная часть автомата, которую нельзя заменить, это реактор. Принеси мне его, и мы с тобой... Я тебя понял. А у меня там где-то отвертка была. Так, Донг, иди сюда. Во-первых, ты, дружище... Иди сюда. Надо дать микросхему. Николас, у меня есть кое-что для вас. Конечно, давай. Решу, Рейд Греф, какое дело передать? Мне кажется, это лично для тебя. Я вас слушаю. Над всей статуей вождя голубой... По-моему, вот это. Тише, Николас. Извините, я понял. У вас должно быть еще кое-что. Держите. Отлично, значит, время пришло. Ну, типа того, да, где я могу получить деньги? Это вопрос не ко мне, товарищу Редгрейв. Да здравствует новое завтра. Ну да. Ты что, прямо сейчас пойдешь взрывать? Ты дурак! У него же, наверное, что-то купить можно было. А, мне ачивку дали. Твою за ногу. Говорят, кто-то взорвался, и жертвы есть. Слава богу, можно по домам идти. Что вы такое говорите? Видели бы вы мои планы сегодня, так же разговаривали бы вы. Так, минуточку, все, мы типа по домам? Что происходит? Эвакуация. Сработало взрывное устройство в левом крыле. Сектор 4-7. Расходитесь. Хорошо. Да, я сегодня нифига не поработал, но, во-первых, мне дали деньги. Во-вторых, я сейчас тогда схожу домой. Деньги на оплату у меня будут. Я сейчас могу пойти к больному охраннику. Я сейчас... Блин, получается, над этим завтра будем шутить, если он выжил вообще. Я не думал, что все так сработает. Я думал, типа, это для того, чтобы заложить бомбу, которая где-то там когда-то что-то. А оно взяло и прямо сейчас, и прямо здесь. Да-да-да, кто-то стучит, я вас понимаю. Оплата прачечной. Оплатить. Ладно, посмотрим, кто там. Я тебя слушаю. Здравствуйте, Эван. Вы случайно не видели кошку вашего соседа снизу? Такая белая, пушистая, ласковая. Но ведь правило запрещено держать домашних животных. Ну, а вас не проведешь. В каком смысле? Я могу вам доверять. Решайте сами. Вы выглядите надежно. В общем, я подозреваю, что у вашего соседа снизу есть кошка. Это я понял, но ведь можете войти в любую квартиру. Неужели не можете проверить? Проверял неоднократно, но я хорошо прячет. В общем, Эван, мне не просто нужен свидетель, который... Мне просто нужен свидетель, который скажет, что видел кошку. Зачем вам это? Опять же, между нами. Мне есть знакомые, готовые заплатить за эту квартиру в два раза больше. Если вы мне поможете, честное благородное слово, я снижу вам кварплату. Ну да как, видели кошку у соседа? Кошка точно есть? 100%. Мамой клянусь, я сам слышал, как она мяукает. Ха-ха-ха.
Но это свинство, конечно. Ну ладно, видел. Хорошо, я вам помогу. Замечательно, Иван. Я знал, что можно положиться. Я уже все подготовил. Подпишите вот здесь, что увидели кошку своими глазами. А, огромное спасибо. А что насчет... Иван, всему свое время. А, слушай, камера наблюдения. Товарищ Пулман, мне нужна камера наблюдения. Вы мне поможете? Зачем это вам камера? У меня нет камеры. А, надавить. Да ладно, все знают, что управляющая есть камера. Весь дом именно шпигован. Товарищ Редгар, я продам вам камеру, но держите язык за зубами. Не все такие осведомленные, как вы. Несите панику. Да, купить. Камера отличная, картинка очень четкая, еще автоматическая фокусировка. Спасибо. И всего доброго. Но лезть это просто такое себе дело. Хотя в этой игре, я так понимаю, все средства хороши. Я просто так понимаю, что официально я бы эту камеру не получил, записывая всякие вот эти формы. Так, что у нас по телеку? Что-то новое появилось? Какой сериал? Нового ничего не появилось. У нас есть ходячие борцы, которые можно посмотреть. У нас есть приключения патриотов. Ладно. А я бы, наверное... У нас 10 часов. Нет, пойдемте сначала снаружи все сделаем. Значит, куда мы можем сходить? Пойти к напарнику 3 часа. Да, это долго, и нам нужно это сделать. Чуть денег есть, у нас все оплачено. Поехали. Грязь на улице, подозрительные субъекты в подворотнях и неистребимый запах нищеты. Дом охранника располагается на самой окраине города. По следам ремонта видно, что хозяин пытается следить за домом, и вы остановились перед рассохшейся, но все еще крепкой дубовой дверью. А, ну, нет, ну, постучать, конечно. А почесывая пузо под майкой, дверь открывает огромный небритый здоровяк. Несмотря на угрожающий вид, он выглядит дружелюбно и жестом приглашает вас в дом. В доме немного сыро, повсюду валяются бутылки и окурки, а в воздухе появится запах бедности. Несколько короткостриженных детских голов выглядывают из дальней комнаты, но тут же скрываются. Рассказать. Как только вы упоминаете... У меня нет, кстати. Как только вы упоминаете охранника, который вас направил, детина начинает хмуриться и скрипеть зубами. Он говорит, что не собирается помогать этому негодяю, и тот может целовать его в... сами знаете куда. В общем, судя по всему, разговор по душам не получится. Но у меня нету для расспроса подробностей. Блин, мне надо было подготовиться. Ладно, уходим. Вас попросили... найти напарника, вы его нашли. Вы же прощайтесь, покидайте дом, конец. Деталь автомата. Установить камеру. Рассказать охраннику о напарнике. Блин. Я плохо себя чувствую, что я не узнал у него. Донга. Донга. А, ладно. Пойдем тогда искать торговца. Но деньги-то у меня есть. Ну, хоть чуть-чуть. Кстати, в конце улицы Крушвице, перед площадью всеобщего освещения. Где-то тут находится торговец, в котором горит сирена Марвиц. Смотреть площадь. На площадь выходит несколько улочек. Ветер гоняет мусор вокруг памятника 45-37. Цитата мудрого вождя. Редкие... прохожие пытаются укрыться от моросящего дождя и колкого ветра. Из дверей ресторана «Праведник» доносится женский смех и звуки музыки. Тумбе. В малом зале большого корпуса левой пристройки центрального муниципального дома народного творчества сегодня состоится концерт патриотической музыки в исполнении оркестра младшего медицинского состава районного отделения здравоохранения. Интересно, остались ли еще билеты? К ресторану?
праведники отдыхают от государственных забот высшей чины министерства, и простым смертным стоит только смотреть через окна, насколько сильно им необходимо расслабиться после колоссальной ответственности за судьбу Родины. К памятнику. Наверняка 45-37 цитат вождя очень нравится голубям Хельмера. Это видно невооруженным глазом. Ладно. Свернуть направо, налево. Да, прям пройдем. Мы зашли в глухой переулок. Через подворотню можно пройти во двор, но это место вряд ли можно назвать выгодным для торговли. Смотреть тупик. Вокруг один мусор. Даже странно, откуда он берется при таком дефиците. Кстати, да, зайти в подворотню. Ой, покормить кота можно. Огромный черно-белый кот, по-хозяйски развалившись посреди подворотни, встречает вас недовольным шипением. Он гнет спину, топорщит хвост и противно орет. Покормить. Подходящий для котов еды у вас нет. Огромный черно-белый кот. Ясно. Туда можно вернуться. Хорошо, вернуться. Направо. На этой тихой улочке расположились продуктовые лавки. Их ассортимент мало отличается от государственных магазинов, но происхождение товаров позволяет покупателям поторговаться. В книжный. Вы несколько раз безуспешно толкаете закрытые двери в булочную. Серые кирпичи хлеба, занимающие прилавки, каждый даже не пахнут как хлеб. Говорят, что в них добавляют опилки и клейстер с мебельной фабрики. В мясную. За пустым прилавком скучает толстый продавец в грязном халате. Он говорит, что в продаже остался только кошачий корм. Купить, да. Назад. Там прямо было, да? В подворотню. Да, покормить кота. Проход. Так, кот набрасывается на еду, теперь в Хельмере у вас точно есть верный друг, возможно, единственный. Облизнувшись после трапезы, кот ныряет в узкий проход между домами, который вы не заметили раньше. Проход выводит вас на параллельную улицу, на которой вы замечаете мужчину в цилиндре. Кот меня к нему привел. Он представляется Натаном Кехлером и готов торговать. Да, купить. Натан протягивает вам бутылку, он советует никогда не лить содовую в односолодовый виски. Торговать? Нет. А, блин! Я там не сходил в одно место. Ладно. Хорошо. По квестам мы все сделали. Пойти на площадь, вокруг дома. Сразу можно Кехлеру за час пойти, уже не надо его искать. Остаться дома. У меня есть 5 часов, что я могу сделать за 5 часов? Во-первых, я, наверное, добью книжку. Там 3 часа нужно было. Еще 2. Все, прочитано. Водоснабжение, скидки на оплату водоснабжения 50%. Отлично, супер. Пойдем, наверное, посмотрим ходячих борейцов. Или борейцев. Или, ну, все-таки ходячие мертвецы, ходячие борейцы. Такое дело. Так. Раз. Патриотов 2. Да ладно, давайте 3. И идем спать. Неплохо. Ну, как неплохо. Я хочу еще, наверное... к охраннику я уже, наверное, не попаду просто. Черт. Ну вот, мне надо всегда держать репутации, хоть немножечко репутации наготове. Так, ладно, отвертка. Я не помню, в каком цветке я прятал чертову отвертку. Там цветков-то, кстати, много, я сейчас потрачусь. Так, ладно, охранник. Давай мы с ним потрендим. Расскажите напарнике. У вашего напарника некоторые претензии к тому, как вы с ним обращаетесь. Вероятно, вам следует быть с ним мягче. Позвоните ему. Ясно. Поможете мне справиться с тем, что проносить министерство... Поможете мне справиться с тем, что проносить... Проносить министерство нельзя. Устроим учение. Я пронесу запрещенное. Пусть попробует меня поймать. Угу. Я тебя понял. Что у нас получается...
детали автомата, шпионские игры, установить камеру в кабинете. Блин, это будет чертовски сложно, я не знаю, как это сделать. Отдел обработки обращений граждан пройти на общее... Всем сотрудникам отдела обработки обращений граждан пройти общее собрание. Черт, сейчас будет что-то, по-моему, не... Еще кого-то будут награждать, да? Давайте не... Не, вроде не меня. Дорогие друзья, в скорбный час обращаюсь я к вам. Враг, подлый, коварный, проник в самое сердце нашего государства и его святое святых министерства. Он нанес свой предательский удар, который унес наш жизни 8 наших сограждан и покалечил судьбы еще нескольких десятков из них. В связи с этим я объявляю создание Национального фонда поддержки борьбы с врагами народа, цель которого станет тотальное уничтожение всех, кто против. Не забудем, не простим. Слава нашему великому государству, мира и процветания нашей общей великой родине. Счастья вам, здоровья и благополучия. Ура! Это не палевно, что ты не восславил солнце, типа... По-моему, очень палевно. Теперь, камера-то у меня с собой, если чё. Да. Такая же камера следит за тобой. Качественное пойло. Простой народный алкоголь, сахар, дрожжи, та-та-та-та-та-та, жуки. Хорошо. Отвертка. Я не помню, где она. Черт, я сейчас буду копаться в этих чертовых цветочках. Нет, это не здесь. Незнакомец, кстати. Вот отвертка, иди сюда. Там можно с незнакомцем поговорить. Стой, тварь! Я полчаса на это слетел. Познакомиться. Я вас слушаю. Меня зовут Эон Редгрейв, я здесь работаю. Я тоже здесь работаю, слежу за растениями. Вас зовут... И меня зовут, когда растения сохнут. А у вас что-то еще? Спросить, что он делает. Ну, чего вы занимаетесь? Не думал, что растениям нужна такая забота. Ну, растения на растения пали чертовы жуки, и если их не собрать сейчас, пару дней назад кусты превратились в палки. У нас конкурс на лучшее озеленение этажа. Два мешка уже набралось, и они все не кончаются. Чего вы занимаетесь? Я думаю, что у него можно было еще жуков собрать, да? Работник службы озеленения. Ведет неравный бой с жуками и прочими насекомыми в стенах министерства. Неравный. Хорошо. У нас есть еще третья травка. Но я сейчас на нее не буду смотреть. Я не хочу тратить еще 15 минут. Автомат. Осмотреть. Вы замечаете крышку энергоблока на корпусе автомата. Крепится на 4 винта. Требуется отвертка, чтобы... Да, у меня как раз есть отвертка. Успешно сняли крышку энергоблока. Мне нужно поговорить с... Ох, блин. С тобой надо поговорить. Обсудить дела с автоматом. Ну, добрый день, Сирена. А как идет торговля? И ты мне скажи, как она должна идти, если торговый автомат до сих пор работает. Ты будешь с ним что-то делать или мне посмелее кого найти? Результаты. Не надо никого искать. Вот ваш реактор. Ты же мой марципан. Век тебя не забуду. Нужно будет что-то пронести. Обращайся. Так, купить закуску, поговорить о взрыве. Не слышали про взрыв в новом крыле? Конечно, слышала, я же не глухая, здорово бахнула. Говорят, там люди погибли. Ты их знал? Нет, конечно. Ну вот и хватит сопли размазывать, меня тоже моя работа убивает. Но что-то по мне никто не плачет, лучше возьми пирожок с топинамбуром. Ага. А мы что-то выполнили? Мне все-таки Донга напугать надо. Иди сюда.
О, незнакомец, нам нового курьера привезли. Как Николас, ты выжил, как тебе удалось? Что? Ты, видимо, говоришь про моего брата, он погиб. Меня зовут Майк Пейдж. Привет. О работе? Расскажи про работу Коронера. Он все то же самое говорит, закончи. Ну, да, они тут немножечко, наверное, сфальшивили про брата. Мне кажется. Использовал шантаж, чтобы получить, это мы знаем. А что у нас обновилось? Черт. Ладно. Донг! Динг, иди сюда. Надо тебе кое-что. Сериал «Приключения» давай обсудим. Слушай, начал смотреть «Приключения патриотов». Крутой сериал. А то, я ни одной серии не пропускаю. Только я не понял, почему называется «Приключения патриотов», если они просто сидят в комнате и разговаривают о том, кто лучше патриот. Где приключения-то? С этого все начинается. Их потом всех арестуют, и начнется самое интересное. Смотри дальше. А, теперь понял. Чего тебе? О взрыве? Питер, ты слышал про взрыв? Говорят, там люди погибли. Это кошмар. А знаешь, кто принес бомбу? Кто? Николас Пейдж, наш курьер. Я в шоке. Чего бы ему взрывать людей? Вот и я о том же. Это наверняка подстроили негодяи из Нового Завтра и свалили все на Николаса. Да уж. Но со мной этот фокус не пройдет. Я уже записывался на профилактический тест на детекторе лжи. Не хочешь пойти со мной? Нет, Питер, как-нибудь в другой раз. Как хочешь. Мне нужно... Сейчас я с ним поговорю. Если что, я просто подброшу мужиков. О взрыве, обо всем. Хемнице, про насекомых. Что тебе за история с насекомыми? Я тебе их подброшу. Видели, это мы все читали. Но я не знаю тогда, как еще этими насекомыми ему насолить. Я ему подбросил в стол, посмотрим, что будет. Со мной... А, не, сработало, 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 отлично. Донгу прям не позавидуешь. Страсть. Что же насчет страсти-то? Ну ладно. О взрыве, обо всем. Ладно. Можно будет, конечно, еще позвонить. Марко. Чё тебе? Стимуляторы. Ну что, договорился с кем? Или, может, решил сам? Так, можно лоточницу, можно охранника. Давай лоточницу. Договорился с Сиреной Марой, с лоточницей. Она пронесет то, что нам нужно, между булок. Между своих или между тех черствых, которые у нее под юбкой. Впрочем, без разницы, лишь бы дело было сделано. Подойди завтра, обсудим, как все пройдет. О взрыве? Слышал про взрыв? Ужасно, правда? Ужас был, когда мне в одном борделе однажды привели одноногую трехгрудую проститутку трансвестита без передних зубов. А взрыв это так, ерунда. Там же люди погибли. Ну и что, они каждый день погибают. А вот Пейдж, красавчик, говорят, он бомбу целый месяц прямо тут в министерство собирал. Говорил, что это будет портативный измельчитель.
Ну, по сути, он не соврал, он портативно измельчил. И ведь не соврал, сволочь, измельчил себя и все крыло. Красавчик как есть. Про не соврал, да, это правда. Чувак, я там сериальчик посмотрел. Чё тебе? Обо всем. О семье, повышении. Блин. А с тобой можно о чем-то еще поговорить, нет? О, спросить, как у нее дела. Черт, мне кажется, придется посоветовать ей нечем хвастаться, денег постоянно не хватает. Какие идеи, не знаю, может прийти детей. Ладно, я знаю, я пожалею, скорее всего, об этом. Поехали. Парня нельзя будет изменить. Да. В интернате им будет лучше, чем у твоих родителей. В интернате они не будут голодать. В нашей стране дети — это самое главное. Звучит слишком хорошо, но я не знаю ни одной интернет. Слушай, Эван, если найдешь информацию, дай мне знать, хорошо? Хорошо. Взрыве? Слышала про взрыв нового? Это ужасно. Какой-то ужас. Террорист совсем наглянь. Надо запретить им устраивать. Запретить. А так им разрешено. Еще и люди погибли. Кстати, представляешь, у меня подруга должна была работать в том крыле, но в день взрыва к ней приехал муж моряки, и она взяла отгул. Повезло ей. Я всегда знала, что любовь спасет мир. Найдите номер телефона детского дома, шпионский, установите камеру. Найдите дешевую еду. Как мне на его страсти сыграть? А что если... подложить ему что-то? Нас же... Давайте еще раз ее обыщу. Блин, надеюсь, мне потом не прилетит за это. Нет, у нее тут больше ничего нету. А что если... дети, которых я посоветовал сдать в детдом, блин. Тележка. Я так время сегодня трачу. О, биометрический сейф. Папка с документами. Я вот думаю, как мне камеру-то подложить. Так. Давайте позвоним. Или даже позвоним. Лимонад лимонада. На ней служит доверие. Анонимно. Информация о коллегах. До которой я могу поделиться. Хорошо. Разговор. Все, наверное. Давайте сейф откроем. Или где он там был? А, тут. Вот. Страница из открытого информации. Это мы читали, погоди. А, может, страница из дневника... коды к Хеймдалю. 30. Страниц 2. Наверное, надо поработать немножко, а то мы что-то вообще два дня уже не бум-бум. Новое письмо. Удар из-под тишка. Негодяи-террористы из Нового Завтра нанесли очередной подлый удар в спину, взорвав новое крыло министерства. Торжественное открытие, которое должно было состояться всего через 3 дня. При взрыве пострадало 34 человека, 8 из них погибли. Мы не забудем наших товарищей и положим все силы на то, чтобы найти и покарать не людей из Нового Завтра. Они ответят за свои преступления. Новое Завтра — запрещенная в нашем государстве террористическая группа. Единая...
система «Единое окно». Удобно, быстро, надежно. В пункт приема жалоб и предложений на улице Победоносной заработала система «Единого окна». Теперь все денежные взносы, предназначенные специалистам пункта, можно сдать в одном окно. Это быстро и удобно. В случае, если эксперимент будет признан удачным, внедрение «Единого окна» будет разрешено всем присутствующим. Угу. Ясно, понятно. Ну, поехали. У меня есть пачка грамот для вручения призерам соревнований по спортивному ориентированию в городских условиях. Спортивное ориентирование. Нужна подпись Министерства культуры и спорта. Может помочь информация культура и спорт. Тут он честно сказал. Сегодня вообще что? Сегодня воскресенье. Я работаю в воскресенье. Ну, все работают в воскресенье. 12-е понедельник. В смысле, неправильно. Это ж... Идите нафиг. Меня это бесит. Почему запрос? Это ж была информация. Он же принес информацию. Мой сосед сверху, Марк... Ну, это донос. Липенец облучает меня волнами. В квартире мне приходится постоянно ходить в шапочке из фольги. Я экранировал всю квартиру, но волны все равно иногда проникают. Я вижу, какие образы он пытается мне внушить. Образы будущего, где все счастливы без мудрого вождя. Помогите, пожалуйста, я не хочу будущее без вождя. Это донос на патриотизм. В воскресенье... Да, хоть это правильно, спасибо. Не хочу будущее без вождя. У меня результат проверки соблюдения условий труда на шахте номер 1-3 за прошлый месяц с нарушениями и замечаниями. Это информация, которую ты принес. Труд. И в 290 кабинет работающий в воскресенье. Да, пожалуйста. Есть. Немножечко хотя бы авторитета подняли. 250 это тоже хоть что-то. Я собрал все необходимые бумаги для получения путевки на курорт. Куда мне их передать? Запрос. Социальная забота. 301. Нет информации. Это... Почему у меня вопросы, запросы информации, я постоянно их путаю? Это просто отвратительно. Я живу возле оружейного завода. На пустыре за домом регулярно собираются люди небольшого роста и запускают воздушных змеев. Люди небольшого роста, вы имели в виду детей? Может дети, а может шпионы Южной Бореи. Производят фотосъемку завода, маскируясь под детские игры. Борейцы же маленькие, требую задержать их всех и разобраться. Но это жалоба. И теперь завод. Фотографировать завод связано с трудом? Вряд ли. Порядок. Но они же не нарушают порядок. Патриотизм. Потому что... Я честно не знаю. 645-й. И вот, видите, с министерством не угадал. Хотя это был реально патриотизм. Нет, это был не патриотизм, да. Я не знаю, это так работает. Не, я не скажу, что это криво, но... Так. Пойду документы, наверное, дам. Попробую... Как мне камеру установить? У меня, кстати, жрачки еще нету. Жрачку надо будет купить, наверное. А жрачку можно было купить в автомате за 100. Ну, это вообще-то очередь. Да-да-да, иди в задницу. Так, черт, я нашел папку из архива на. Что мне это дает? То, что она уходит. А-а-а!
а папка из архива дает мне то, что она уходит. Могила Эмилии Кларич, моей единственной дочки. Фред, спасибо за приглашение, не смогу разделить ваш с Ольгой праздник, возможно, ты забыл, но это день для меня траур. Прошло всего 5 лет с того момента, как я потеряла двух самых близких мне людей. Одну забрала смерть, другую систему. Поздравляю с грядущей свадьбой, всего лучшего, Магда. Благодарим вас от всей души за помощь нашему дому негодных, негодных, номер 271. Вы нас просто спасли, без вашей помощи наши дети либо одну брюкву, надеемся на вашу дальнейшую поддержку, ведь для правительства мы не существуем, и они перестали нас финансировать. Еще раз огромное спасибо. Отчет товарища Рекович, ежемесячный плановый осмотр камеры произведен. Вот отчет. Рабочий зал, неисправность, не обнаружена. Прием товарищ Фергюсон, его кабинет, неисправность, не обнаружена. Камер нет! Напишите запрос в отдел безопасности для установки камер, если они вам нужны. Магда, требую срочно увеличить показатели сбора недокументированных доходов сотрудников моего этажа. Придумай какую-нибудь награду для холопов, устрой соревнования между сотрудниками с наградой в виде внеплановых работ. Или напугай их внеплановыми работами, мне все равно. Главное, чтобы к концу месяца каждый сотрудник перевыполнил план как минимум в два раза. Как интересно. Плановый осмотр. Министр секьюрити. Как интересно. Хорошо, оно того стоило. О взрыве. Редгрейв, чертяка, погоди-ка сюда, что выражаете благодарность? Спасибо, товарищ Фергюсон, за что? Не за что, а от кого, Редгрейв? От наших общих друзей. Я тут новенький, товарищ Фергюсон, у меня в Хельмере нет друзей. Ошибаешься, Редгрейв, я про тех друзей, которых сегодня взорвалось новое крыло министерства. Ох, как бы бахнуло, аж до фундамента развалилось. Товарищ Фергюсон, понимаете, я тут ни при чем. Да не мямли ты, я все знаю, я же Фергюсон. Это и друзья мне уже много лет помогают. Помогают вам в чем? А вот в том самом, Редгрейв, крыло надо будет построить заново. Надо будет построить? Надо. Бетон и кирпич для него надо? Надо. А кто у нас единственный поставщик кирпича и бетона для министерства? Кто? Концерт Фергюсон и Санс, то есть я. Так вы предусмотрели, придумали эту идею со взрывом? Как вы могли? Мне говорили, что в крыле никого не будет, а там десятки жертв. Ну, не сильно тут горячись, это не я придумал, террористы из Нового Завтра, а потом, ну, умерло там несколько канцелярских крыс, подумаешь, беда в Министерстве Труда, Министерство Труда очередь таких стоит заодно, и безработица уменьшится. Ну, это выгодно, Редгрейв. И когда проверишь свой счет, ты в этом убедишься, а если будешь распускать нюни и проболтаешься, пожалеешь. Все, иди работать. Как интересно. Как интересно. У меня есть еще полчаса. А фишка в том, могу ли я подложить ей... Блин, как я тупанул-то сейчас, да? Я потратил полчаса ни на что. Блин, отвратительно получилось. Напишите запрос в обязательно для установки камеры, если они вам нужны. Если я ей подложу камеру. Нет, не буду я подкладывать камеру, потому что я не знаю, как это обернется. Наверное, валим, что ли? Папка с документами, которую я могу, наверное, завтра использовать, если что, чтобы от...
письмо новое. Хемниц гениально обращается с цифрами. Он по-настоящему увлечен этой работой. Честно говоря, когда я привлекал его к проекту Хемдель, я даже не мог предположить, что он станет таким бесценным приобретением. Я много раз говорил ему, что он растрачивает себя на первом этаже тому, что можно найти лучшее применение таланта работы со статистикой. Он в ответ лишь улыбался. Но да, мне кажется, что он единственный, кому можно довериться. Если бы я знал, кто он на самом деле и на что способен, я бы без раздумий стал ему другом. Хемниц. Это который, да. Который отъехал в лучшие миры. Сюда. Сдать информацию. Дома мне нужно будет позвонить, узнать номер детского учреждения. Свалю-ка я, наверное, на этом домой, если меня сейчас выпустят. Я на это... О, вон крыло взорванное. Купить закуску. Обо всем. Блин, я в автомате мог купить хавчик за 100. Это печально прям. Я специально пришел в свою выходную, чтобы отправить письмо начальнику. Оно такое важное? Это ерунда какая-то. Главное посетить, что я работаю. Главное посетить. Выпустите меня, пожалуйста. Я не хочу, чтобы меня сейчас задерживали на входе. Отвертка у меня осталась. Я просто думаю, что меня сейчас могут конфисковать. Отвертку, бутылки. Что может быть такого важного? За что меня могут стопануть? Фух, вроде норм. А, беру находок. Ничего. Ясно, понятно. Валим домой тогда, получается. И тогда, видимо, следующую серию тогда будем начинать из дома. А пока что спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем оладушек. Всем покеда.